этот грузовик. Моделька вроде неплохая, но в целом как бы что мне нравится, так это, наверное, мне нравится салон. Мне нравится внутренность салона. То есть как бы прикольно так выглядит все. Вот. Но в целом. Не знаю, не знаю. Так. Номер, то воздушные фильтры можно прячить, передние зеркала, стандартные зеркала, так-то вроде ничего, грузовичок, но не знаю пока. Ладно, давайте пока. Пока мест не будем, наверное, брать. Что он что-то подлагивает у меня. Посмотрим просто дальше. Вариации. Так-то вроде ничего, но кабина больше смахивает на Volvo, если честно. Volvo Peterbilt. Такое. Такое. Ладно, не будем пока брать. То, что эти грузовики новые. Боюсь, как бы не было проблем. Давайте, наверное, еще один грузик отвезем. Какой-нибудь, куда-нибудь. Так, вот тут уже есть за 19 тысяч у нас. Сцепка, я так понимаю. Сочлененный прицеп. На 1000 километров. Ну, как раз нормально. Так, поехали. На Петре. На Петере проедемся. Посмотрим, чё кого как. Это видео хочу записать на 64-битной системе. Посмотреть, как оно будет. Так, заводим. Начинаем движение. Блин, здесь я выйду. Вышел, слава богу. Думал, будет все намного хуже. Приготовьтесь к повороту налево. Поверните налево. Мне это очень важно, приятно поверить, да? Вот скорость нарушили сразу, да. Что за дела?
Блин, пока на основную трассу не выйдешь, блин, ни хрена не разгонишься особо. С какими-нибудь проселочными дорогами, блин. Да бог, где зацепишь, а всё, повреждение груза уже минус по деньгам. ОБС у нас все хорошо работает, проблем не наблюдаем, это уже неплохо. Впереди резкий поворот направо будет, так что надо аккуратненько будет тут пройти его, чтобы еще встречку не протаранить, если будет. Отступаем по максимуму влево, наш прицеп прошел, ввиду того, что он слишком длинный. Оверсайз. Блин, нам еще заправляться придется, походу. Нам бака не хватит. Уже 3 бака. А ехать еще. Ого-го, сколько. Придется по дороге на заправку заезжать. Ворота меня выбешивают. Как тут можно с таким прицепом проезжать? Там только что говорил, что внимательнее, сам тут втерся. Так, ну там у нас вроде как прямая намечается, можно немножко прикрепить. Очень везет, что нету на таких поворотах встречки. Прям очень везет. Овер как везет. Двигайтесь прямо.
тоже нужно притопить. Восемьдесят делаем и вперед. Держитесь левее. Делать не имеет смысла. Может, все равно там скидывать придется. Держитесь левее. Бортовой компьютер есть. Второй навигатор нам не нужен. Ой-ой-ой. Двигайтесь прямо. Впереди сужение дороги. Надо быть внимательным, чтобы еще трафик не подрезал. Надо убрать звуки двигателя. Слишком он прям вот сильно он прям гудит. Это напрягает очень.
так орёт тобой. Ты прям забей. Трактор 25 тонн. Едем в Танопу. Снова. Вот. Ожидают нас в четверг. 2:57. Приедем немного позже, учитывая нашу скорость.
виде. Держитесь левее. Помещение 105. Едем 90. Учитывая наш вес и груз, то лучше ехать. Немного медленнее ограничения. Все безопаснее. Ай, да. Вы не поверите, ребята, как я рад, что я победил ОБС. Просто сейчас. Очень дальний. Лучше видеть, куда там человек. Сомневаюсь, ограничения. Серьезно. Давайте до соточки доводим. Все быстрее будет. Расчет нового маршрута.
Двигайтесь прямо. Так, топливо заканчивается, надо на заправку. Хорошо. Держитесь левее. Так, а ну-ка. Где у нас тут заправочка? Чё? Блин, мне чё, через город надо ехать? Придётся, ребятки, надо заправляться. Поиск нового маршрута. Происшествие, ладно. Двигайтесь прямо. И поедем дальше. Да, насажать на ваши штрафы. Я уже с этим летом никто не останавливаюсь. При всем желании. С таким весом уже не остановится. Двигайтесь прямо. Тем временем осталось 300 километров. Так, а там на заправку не заехать, да? Придется здесь сейчас сворачивать. Я так, я правильно понимаю? Или же можно? Хотя не, заедем, наверное, отсюда, и тут выйдем. Так будет сподручнее, я думаю. Вычисление нового маршрута. Блин. Зацепил все-таки, ну ладно. Прицеп повредили на 1%. Главное, что не груз. Прицеп. Узкие улочки, блин. Приготовьтесь к повороту налево. Поверните налево. Блин, развернешься.
справимся и поедем дальше. Можно было бы заехать отдохнуть, но нельзя. Время вот есть. Приготовьтесь к повороту налево. Так, вот она заправка у нас. Поверните налево. €74 литр соляры, такое. Довольно-таки дешево, 537 евро, почти 800 литров. Нормально. Это дешево. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Блин, как они задолбали эти светофоры. Кто бы только знал. Пристраиваемся сюда, чтобы машина поменьше. Thank you.
Держитесь правее, затем продолжайте движение прямо. Двигайтесь прямо. Сбросили до 85, нам больше, в принципе, и не надо. Осталось 200 километров. Хватит этого. Этой скорости достаточно проехать оставшийся путь, учитывая то, что извилистая дорога пошла впереди. Машины появились. Можно даже до 80 скинуть. По-другому я их сейчас со своим весом нагоню. Даже не взирая на то, что плохо увидим. Посмотрите, буду. Приготовьтесь к повороту налево. Поверните налево. Делаем 85, чтобы как бы 160 километров пройти. Так, дальний нам уже не нужен, уже дело по свету. Вот, тут уже более-менее все видно нормально, так что поедем на ближний. Где-то на катиком. Довольно быстро рассветает. У нас водитель уже красный, уже хочет закрыть глаза и лечь спать, а мы все едем. Заливает уже устал наш
водителю. Хотела обойти, но решила не рисковать на повороте. Она еще со штуками по прямой. Если он так хочет нас обойти. Пускай идет. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Наш водитель относительно уже вообще прям в панике. Держитесь левее, затем поверните налево. Поверните налево. Держитесь правее.
25 километров. Считаю, уже на месте. Вон уже засветилась точка выгрузки. Так что сейчас уже разгрузимся. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Мы прибыли, конец пути. Короче, так сделаем сюда и все. То я пока его припаркую, короче, проще так вот. Без 25 хитпоинтов. И так пойдет. Вот. По итогу что? В целом мы груз завезли. Все у нас замечательно. В следующей серии поедем дальше. Я думаю, что в следующей серии уже купим свой грузовик. У нас 74 тысячи. Возьмем, наверное, кредитик. И будем уже работать на себя, а не на дядю. Вот. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч.